Привет всем! На ремонте у нас Нива Шевролет. Сегодня будем менять тормозную жидкость. Для начала мы сейчас подберем крышку под бачок, потому что бачки разные. В наборе много крышек. Нужно подобрать крышку и после уже использовать саму установку. Подобрали крышку с помощью быстросъема. Одеваем шлангу и подключаем полностью установку. Накачиваем давление от 1 до 2 атмосфер. В бачке у нас уже присутствует жидкость, которая будет поступать под давлением, меняя старую негодную. 1,5. Хорошо. Все, поднимаем машину и начинаем прокачку с заднего правого колеса. Снимаем защитные колпачки, чистим штуцера. Откручиваем прокачку и смотрим, жидкость у нас пошла. Спецрезервуар. Короче, смотрим, пока сойдет вся грязная жидкость черная. И после переключаемся на другое. Заднее правое, заднее левое. И после передок. Переднее правое, переднее левое. Примерно с каждого колеса можно спускать по 250 мл. Полностью для полной замены мы взяли литр тормозной жидкости. Я думаю, более чем достаточно будет. Поначалу не сильно было видно. Сейчас видно, насколько она грязная и черная. Ну, как бы ее цвет — это не показатель. Важно то, насколько она потеряла или сохранила свои свойства. Впереди у нас две прокачки. Сначала открываем нижний, после верхний. И так же само проводим замену дальше.
На последнем колесе заменили бутылку, наш резервуар. Хотим посмотреть, будет ли бежать уже чистая жидкость. То есть в той бутылке была старая жидкость, здесь уже идет новая, абсолютно чистая. Все прошло успешно. Вот у нас старая тормозная жидкость, и ради любопытства и интереса, до этого мы не верили, у нас есть тестер специальный для тормозной жидкости. Видео с этим тестером есть на нашем канале, можете посмотреть, ссылку оставлю в описании. И проверим качество нашей тормозной жидкости. Ну, с учетом того, что она уже вперемешку с новой, показывает допустимую норму. Меняли просто потому, что уже год машина отъездила без замены тормозной жидкости. То есть по желанию хозяина. По завершению всего процесса спускаем давление с бачка, откручиваем пробку и проверяем, чтобы в бачке у нас был уровень жидкости. И в принципе на этом все.